Называется музейный комплекс «Дорога памяти 1418 памяти». Как интересно. Это кто? Это мой дядя. Ага, это мамин брат. После поиска фотографии появляется крупным планом. И вот здесь. Тут четвертый зал. У меня мурашки. Сейчас готова. Ну, здесь я прям вздрогнула. Седьмой зал. Восьмой. Реалистично. Очень-очень жутко.
этом зале прям очень-очень холодно. Декабря 1941 года. Женя умерла в 12 утра. Бабушка умерла 25 января в 3 часа 1942 года. Рюка умер 17 марта в 5 часов утра. Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи 1942 года. Дядя Леша 10 мая в 4 часа дня. 1942 года. Мама 13 мая в 7 часов 30 минут утра. Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня. Знаете, мне не Таня Савичева. Зал «Битва за небо». Третий зал, который называется «Ужасы войны». Что-то мне...
очень страшно. Зал Парад Победы. Смотрите, какая здесь уже лежит книга отзывов. Сколько восхищенных восторжен. Ну, а вот тот человек, который придумал. Это просто чудо.